Трудолюбие, раскрывающее таланты, постоянное движение вперед и умение работать в команде – основные слагаемые успеха одного из лучших танцевальных коллективов Ленинско-Кузнецкого образцового ансамбля эстрадного танца «Непоседы» и вокального ансамбля «Краски детства». Отчетный концерт – это результат каждодневной работы, упорных тренировок и репетиций. На одном дыхании ярким калейдоскопом сменяли друг друга концертные номера. Под руководством опытных наставников оба коллектива неоднократно становились победителями и лауреатами различных творческих фестивалей самых разных уровней. Отчетный концерт удался. Это можно было увидеть по бурным и восторженным аплодисментам зрителей, одухотворенным лицам артистов и счастливым глазам руководителей коллективов.